Друзья, всем доброе утро. Сегодня с вами Антон из города Одессы. Хочу сразу извиниться за такой формат съемки. Сам себя снимаю, потому что напарника пока нет. Предварительно я подготавливаю нашу поверхность глубоко проникающим грунтом элемент грунт. Потом буду прикрашивать наши краски для детских комнат и буду использовать декоративный материал элемент декор La Perla. Декоративный материал с таким перламутром. И буду показывать все техники нанесения, в принципе, возможные. Одну из техник нанесений можно нанести шпателем, можно наносить и валиком. Кто по-разному наносит. Сейчас хочу показать самое главное. Грунтуем поверхность. Стены подготовлены под обои. Причем не подготовлены, они были подготовлены 10 лет назад под обои. И сейчас я грунтую. Слегка прошли, пошпаклевали нюансы, прошкурили. Сейчас мы грунтуем глубоко проникающим грунтом элемент грунт. Высококачественный грунт, хорошо проникает, хорошо закрепляет, обеспиливает нашу поверхность. Грунтуем. Грунтуем валиками Балдрини. Грунтуем пятнашечкой другой фирмы валик и грунтуем кисточкой Балдрини. Это очень хорошая кисть, я не знаю, сколько я уже ею крашу, наношу, не лезет ничего, вообще никаких нюансов, все супер. Предварительно мы уже прокрасили краской для детских комнат, краска высохла, прошло 4-6 часов и наносим наш декоративный материал La Perla, не просто вместе с итальянцами, высокое качество материала. Что нам для этого нужно? Нужен валик 25, 15, кисть, как и всегда. И сейчас будем наносить небольшим квадратом, наносим наш материал такими вот движениями, да, прокатываем, все так как аккуратненько, хоп. И подделали. Где-то какой-то пропуск есть, увидели, все, поверхность неровная, потому что там были обои лет 10 назад, сняли обои, пошпаклевали чуть-чуть. И говорят, надо делать красоту. И с помощью этой красоты, La Perla, мы просто восстанавливаем кухню, как она была в состоянии. Просто материал шикарный, хорошо носится. Носим такими хаотичными движениями, восьмерочкой, знак бесконечности. Все очень красиво, материал быстро не сохнет, удобно работать. Ну, я рекомендую, потому что лучше материала пока я еще не встречал. Очень много работ интересных. В дальнейшем вы увидите с этим материалом хорошее качество. Все супер. Друзья, мы нанесли наш декоративный материал La Perla. Задача была максимально сделать красоту в кухне, потому что будут покупаться там красивые фасады под декоративный материал. Материал наносился в чистом виде. Стены были в таком состоянии, ну, вот, как лет 10-15 назад пошпаклевали, заклеили, оставили, все окей. Обои сняли, нанесли сверху материал La Perla, скрыл нюансы. Немножко было пошпаклевано предварительно, конечно, но материал справился со своей задачей просто на все 100%. Материал шикарный, рекомендую, приходите к нам. Покупайте этот материал. Лучшего материала я еще не встречал. Так что до новых встреч. Приходите к нам. Будем всегда рады вас видеть.